Вот мы подъехали на Рыжский пруд. И вот здесь сейчас вот будем рыбу спускать. Специально травы наложили, чтобы не плескалась дорогой. Тихонечко. Чтобы прохладно осталось. Прохладно, но еще им даже проще будет. И воздуха побольше. Ну, когда будешь выливать, Нестор, там будет хорошо видно карасей. Так что можно нести уже. Давай, неси. По одному ведру. Пошел, да, первое по одному, ведро. Да, неси первое. Ага. Потихоньку сливай только. Не, я сливал. Прям в воду. В воду прям поджигай. Да, я помню. Его. Я помню. Не наклони, за воду собери. Так, подожди, не торопись. Я должен увидеть. Раз. Вот я его здесь стоял. Прошли два. Во, давай. Во. Так, а теперь надо отгонять их от этого, от берега, чтобы плыли. Плывите. Давайте, карасики, давайте. Ну, они сейчас, если отчухаются, то это будет хорошо. Может, следующую нести? Неси следующую, да. Ну. Вот один отчухался уже. Вот. Как красиво плавает. Они как-то так получается, они боком погружаются в это, да. Туда, уходят на дно. А ты траву-то выбрать надо? Да ничего, пускай вместе с травой. А, ну давай с травой вместе. А то там они тянутся, они траву запутаются. О, у нее одного почти не осталось. Ну, он один плавает маленький. Траву такую это все-таки убери сейчас. Сейчас. Потому что они в траве остаться могут. Давай. Так. Потихонечку их оттуда в воду сбрасывай. О, видите? Вот в этом ведре почему-то более живые. Так. Постойте минут 5. Сейчас они начнут оживать и уходить. А тут их почти не осталось. Они почти все уплыли. Ну вон я вижу. Раз, два, три. Три вот, которые не движутся, плавают сверху. Вот, видите? Вот эти-то да, я вижу. Три на боку лежат? Да, да, три. О, один из них начал просыпаться. Вот к берегу, который подплыл, вот его толкни. Вот этот? Нет, нет, вот ближе к берегу, к берегу. Нет, вот, вот я под рукой, вот он, да. И вот тут. Там, мне кажется, гальяна затолкали. Ага. Ну ладно, живи, если выживешь. Что вряд ли. Вон возле кустов плывет, видишь, на боку он. Вон на куст смотри, вон туда, на куст смотри. Угу. С левой стороны. Вижу. Угу. И вон там, и вон там. Вот тоже плывет на боку. Постепенно перевернуться. Но они это на боку, да? Но они дышат. То есть они отойдут сейчас. Некоторые уже уходят. Он, например, вон тот, он еще, он жив. Просто вышел наружу. Зачем-то. Ну все. Поехали. Давай, Сидро. Ну там ноги ушли. А на боку сколько лежат, посчитали? О, где-то 3-4. Ничего? Угу. Да, всего, да. Мы еще не знаем, их может поддавило, когда сошли. Может быть, но... поддавить, когда тащили, и все. Может, здоровье послабже, чем у других. Тоже бывает. Но. Не доел там он что-нибудь. Ну все, слава богу за все. Сейчас прибрасываю, думаю. Думаю,
Да? Я просто приблизительно 500 сказал, чтобы не соврать. Но все-таки караси там больше были. Тут слишком мелкие уже. Там было, так и там мелочи было сколько. Но было, но побольше было этих больших. Больших побольше было. Да.